Уважаемые друзья, сегодня мы поговорим о том, что наши дети являются нашим отражением. Сегодня мы коснемся тех привычек в питании, в образе жизни, которую мы невольно закладываем в их будущую жизнь. Мы пытаемся убедить своих детей в правильности, в здоровом питании, при этом сами абсолютно не соблюдаем то, о чем говорим. Конечно же, ребенок нам никогда не поверит. А что мы получаем в результате? А в результате мы получаем очень высокий риск заболевания сахарным диабетом. Правильное питание позволит вам избежать стрессов и риска заболеть сахарным диабетом. Я советую каждой семье иметь наш отечественный уникальный прибор Амилон B2. Данный прибор позволит вам контролировать ваше состояние, состояние вашей семьи и с большой долей вероятности предотвратить тяжелейшие осложнения диабета. Прибор позволяет вам измерить давление и уровень сахара в крови без забора крови и без тестовых полосок, что очень удобно и безболезненно. В заключение, традиционно, защитите свою семью, предупредите диабет.